Я Сооронбай Жээнбекова знаю с 1995 года. Я тогда был вместе с ним депутатом в парламенте. И буквально в первый же год мы создали фракцию «Реформа», в которую входило 29 депутатов из 70, и которая очень не нравилась тогдашнему президенту. Сооронбай Шарипович был моим замом, и все эти 20 с лишним лет я его знаю как глубоко порядочного, очень честного человека. И было ему трудно со мной, потому что, не буду скрывать, родственники, его семья в то время были на должностях различных при Акаеве, да, и потом при Бакиеве, кто-то из них был послом, по-моему, но Жээнбеков – это человек, скажем так, идеи, и человек очень порядочный и прямой. Мне кажется, это был бы, во-первых, СДПК, я уверен абсолютно в этом, что на съезде поддержат его. Это был бы очень хороший выбор для страны. Это очень порядочный, не замаранный ни в чем, честный человек. Я думаю, он бы продолжал тот курс, который сегодня есть в стране, на построение честного, прозрачного общества.